В минувший вторник, 18 августа, на братском захоронении воинов Северо-Западной армии Юденича, кладбище Сиверцы в Нарве, были установлены две декоративные скамьи рядом с плитами, на которых высечены имена 722 человек, погибших под Нарвой в 1919 и 20 годах. Рассказывает председатель объединения гидов Нарвы Елена Вальми. Вот сейчас в конце лета произошло очередное приятное событие в нашем городе, и оно уже выходит за рамки вот так вот, скажем так, неординарности, потому что на кладбище Северо-Западной армии в районе Сиверцев произошло такой приятный момент. Одна из фирм, эстонских фирм из города Ихве, безвозмездно подарила эстонскому военному мемориалу две декоративные скамеечки, и мы их уже установили. Очень приятно назвать директора этой фирмы Геннадия Борисова, фирма «Геостес». И приятно еще то, что вот это благоустройство на кладбище Северо-Западной армии, исторических кладбищах, на кладбище Печорского полка, они уже становятся такой хорошей, доброй традицией. Началось все с 2003 года, может быть и раньше, с 1991 года, когда там был установлен памятный крест на месте разрушенного в годы Второй мировой войны кладбище. Группа энтузиастов установила вот этот огромный большой металлический крест. А в 2003 году на средства Нарвской городской управы кладбище было приведено в порядок. И вот с 2006-2007 году началось это с московского одного предпринимателя, человек, который на собственные деньги установил 6 гранитных плит, на которых высечены 722 фамилии людей, которые там похоронены. Вообще около 3000 человек на этих братских захоронениях покоятся, нашли свой последний приют. И вот за все это время очень многие люди безвозмездно оказывали помощь восстановлению этого мемориала. Хочу вспомнить и Александра Брока, который помогал в перевозке плит, и фирму «Импост», которая делала на свои средства проекты. Многих людей, господина Фурминского. Вот сейчас очередной такой момент, когда нашелся еще один очень небезразличный к истории нашего города человек, за что ему низкий поклон. И я очень надеюсь, что это будет не последний вклад небезразличных людей в благоустройство нашего города и в нашу историю.